Позади остался город Воронеж. Или, по крайней мере, с правой стороны он еще. Ну, а я двигаюсь в сторону. Мы двигаемся в сторону Крыма. Уже начинает темнеть, и будь один, я бы уже искал место для ночевки, для привала. Но задача стоит другая. Ладно, значит, прочитаю некоторые комментарии, которые поступают. Которые пользователи пишут к роликам. Так, например, Логин Александр написал по поводу закадрового комментария о трассе: надо хотя бы немного готовиться. Это не трасса. Эта трасса не Москва-Симферополь, а Москва-Новороссийск, М4 Дон. А трасса Крым существует, это М2. Вы хоть карту изучайте. Ну, я не говорил, что это трасса Крым. Я высказал свое пожелание назвать эту трассу Крым, поскольку она соединяет после того, как будет пущен в эксплуатацию мост через Керченский пролив, будет наиболее точно отражать название этой трассы. Ну, а Москва-Новороссийск с какого боку, если я в Новороссийск не заезжал? То, что нужно готовиться, я согласен, это принимаю. Но остальное... Ну, остальное висит в воздухе. Так, справа по ходу, вернее, слева по ходу движения проходит Государева дорога. Трасса М4. Двигаемся же в данный момент по платному участку трассы М4 Дон. Смотрю по карте, и никаких населенных пунктов ни слева, ни справа не видно. Далеко впереди слева поселок Дружелюбие, и на этом все. Кстати, трасса М4 Дон платная, и федеральная трасса М4, я ее называю Государева, не соединяются. Они идут практически параллельно друг другу. Mm-hmm.
темнеет стремительно. Впереди предстоит развязка, которая объединит государеву трассу с платной. Ну вот она, развязка. И здесь происходит объединение. Так, ладно, терминал. Далеко впереди ничего не видно из населенных пунктов, ни слева, ни справа. Поля, поля, поля. Ну, вот темные участки дороги, они не очень комфортные для движения. Время еще раннее, но темнеет быстро. Ну, далеко впереди с левой стороны Кашерская. Село, наверное, Кашерское. Не знаю. С левой стороны на небольшом отдалении Кашерская, впереди развязка, которая позволит повернуть этот поселок или город, поселок по всей вероятности, или село Кашерское. Ну а далее ни справа, ни слева никаких населенных пунктов на карте я не наблюдаю.
Ну, смотришь, иллюминации много. Ну, это вот развязка, где много столбов освещения, много иллюминации. Справа какой-то населенный пункт, но на карте это не указано. Поэтому сказать не могу. Темнота кромешная. С правой стороны река Кондрашкин-Лог. С левой стороны Московский пруд. Так. Логин Александр VII написал. Когда скорость пропадает, это не связь пропадает, так как координаты видны, а слишком быстрая езда. Александр, вы мне льстите. Да нет, пропадает связь со спутниками, потому что я вот неоднократно устанавливал видеорегистратор на испытание, просто на балконе, на присоске его. И снимал панораму города, там тоже пропадала связь со спутниками. Вот. Но несовершенный антенный модуль у Datacam, или мне, может быть, при замене поставили чей-то старый модуль. В общем, в отношении сервиса к Datacam у меня есть претензии. Есть претензии. Ну ладно, буду об этом писать на форуме Datacam. Буду поднимать этот вопрос. Кромешная тьма. Мост через реку, ну его не видно на видео, через реку речка Красная. Впереди развязка. Поворот. Поворот к поселку Рождественно, Добрино. Тресорокова, Нижняя Марина. Но это далеко с правой стороны от развязки. Так, пока вот ничего на карте из населенных пунктов не вижу. Ну вот такие условия движения в темное время суток. На лобовом стекле отражается радар-детектор.
но я этого не видел во время движения. Так, слева впереди по ходу движения поселок Ильича. Развилка. Если принять влево на развилке, то дорога приведет Верхний Икорец. Довольно-таки большой населенный пункт, поселок. А трасса М4 уходит вправо. Не знаю, видно будет это она на экране или нет. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Стараюсь привязать видео к аудиокомментарию, просматриваю каждый файл, он длительностью 5 минут. И вот стараюсь третью часть этого видео комментировать, ну, поскольку скорость ускорения видео трехкратная, чтобы более-менее быть максимально привязанному к точке нахождения. Да, темнота. Хоть глаз выколи, только отражение дорожных знаков, столбиков. Но здесь еще было одно упущение, нужно было фары промыть, потому что они покрылись тонким слоем химии. То есть при движении ночью нужно постоянно, ну, регулярно промывать. Фары. Ну, в отношении комментария к видео, комментатор из меня еще тот. Вот, это целая наука. Нужно уметь комментировать. Этого таланта у меня, к сожалению, нет. Впереди по ходу движения развязка. Куда она уводит, я расскажу чуть позже. Так, развязка, уходим влево. Уходим влево. Прямо движение к населенному пункту Средний Икорец. Довольно-таки большой населенный пункт. Короткая остановка, чтобы промыть, да, мою фары. Протираю.
Кстати, в маршруте Москва-Кемерово в Омской области до такой степени заляпало химией фары, что видимость была не более 3 метров. Покрывается белым налетом. Через который свет вообще не пробивался практически. Впереди поворот налево на населенный пункт Карандеевка, деревенька, наверное. И далее дорога ведет в город Бобров. Левый поворот в город Бобров. Мы двигаемся прямо. С правой стороны по ходу движения на отдаление Средний и Корец. Далее Песковарка, Соколовский. Поселок санатория имени Цурюпы. Справа населенный пункт Соколовский. С правой стороны по ходу движения, ну, на отдалении. Трасса М4 Дон, платный участок. Платный вариант. Кругом поля и слева, и справа. В основном сельхозугодья. Больше никаких привязок я не вижу. Темень хоть глаз выколи, но свет фар немного ситуацию облегчил. Более лучше стала видна дорожная разметка, дорожное полотно. Видимость стала получше. Никаких мотелей, никаких стоянок. Пока ничего не вижу. Впереди еще одна развилка. Thank you.
Впереди еще одна развилка, значит, левый поворот. Это населенному пункту Челиновка. Далеко справа Николаевка, довольно-таки большой населенный пункт, поселок по всей вероятности. С левой стороны, опять-таки далеко слева, Лугань и Мечетка. Ну вот, на лобовом стекле отражается индикатор, который говорит о приближении к радару. Сигнал сильный, где-то рядом, но вот уже проехали этот участок. С левой стороны не очень далеко Липовка. С правой стороны по ходу движения Петропавловка, Колыбелка и Владимировка. Больше более-менее крупных населенных пунктов. Других населенных пунктов не вижу. Вот какой-то оазис, я имею в виду для отдыха. Ну, условия движения вполне приемлемые. Назвать очень комфортными трудно.
никаких населенных пунктов в более-менее близком расстоянии не вижу. Как сказал ведущий, у меня не горит одна фара. Трасса М4. Впереди город Лосево. Но это уже не платный участок, это федеральная трасса, государева дорога. Большая стоянка. Вполне реально можно было бы остановиться на ночевку. Но ведущий прет прямо. Лобовое стекло грязное. Но осталось до привала примерно километров 10-11. И остановимся на ночевку. Впереди мост через речку Бабочка, далеко с левой стороны по ходу движения поворот на населенный пункт Березки. Ну, больше ничего. К чему бы можно было привязаться, я не вижу. Поля. С правой стороны интересный, наверное, деревня, называется Бабка.
впереди правый поворот ведет к городу, по всей вероятности, ну, населенный пункт Белогорье. Далее справа по ходу движения Александровка Донская. Но деревню назвать трудно, потому что по площади смотрю, большая площадь. На большой площади дома стоят. С правой стороны тянется река Дон. То приближается, то уходит от трассы. Ну вот справа там начинают мелькать огни. Это вот Александровка Донская. Так, проезжаем населенный пункт Заосердные сады и остановимся на ночевку в городе Павловск. Сразу скажу, что очень оживленное место. Предлагают практически все. И по связи, и навигация, и связь, и запчасти. Очень широкий спектр в Павловске. В общем, вот в Павловске можно приобрести и радиостанцию, и навигацию, и регистраторы. Так, ну вот, остановились в Павловске, рядом с трассой. Стараемся найти охранника, но вот на этой стоянке охраны нет. Но как мне сказали водители большегрузов, дальнобойщики, что здесь вполне спокойно, никаких хулиганств тут нет, никакого хулиганства. Мы остановились, выбрали затемненный участок, так чтобы фонарные столбы не слепили. Хотя у меня есть занавески на стекла, но все равно. Решили остановиться здесь. Ну, в следующей серии я постараюсь максимально записать эфир.
Ну, то есть то, что предлагают. Какие услуги предлагаются? Я хотел купить карту, сим-карту для телефона, но они работают с утра до вечера. Мы приехали уже поздно, они уже не работали. Ну все, до следующей серии.